Мотор начали. Ребят, всем привет! Нахожусь на Кантонской выставке. Вторая сессия, как и обещал. Сейчас вам зачитаю, что во второй сессии входит. Мебель, кухонные принадлежности, столовая посуда, керамика, бытовые принадлежности, товары для личного ухода, туалетные принадлежности, корма и товары для животных, часы наручные, часы оптические, инструменты, игрушки, что мне, в принципе, будет интересно. Это блок С. Я, наверное, сейчас туда, наверное, и пойду по дороге, что-нибудь интересное поснимаю. Подарки и товары премиум-класса, товары для вечеринок и праздников, художественная керамика, декоративные элементы для дома, товары для сада, декорации из камня, железа, уличные принадлежности для спа. Первый раз на второй сессии, никогда на ней не был. Смотрите, вот какая здесь мебель интересная, антиквариат. Теплицы, вон, смотрите. Изделия из дерева. Смотрите, также есть магнитики. Там аккумуляторы, и здесь получается лампочки, светодиодики. Прикольно смотрится. Можно украсить свое кафе. Датчик температур, смотрите, есть. Это всякие ночнички, я так понимаю, для улицы. Смотрите, мини-аэро-хоккей. Смотрите, интересный какой товар. Это мини-фляжка декоративная. То есть емкость для воды или еще для чего-то можно использовать. Вот также огурец из металла. Рыба. Ого, какая тяжелая. Он прям металл. Ну вот у них тут производство, вот смотрите, фляжки. Они как некачественно сделаны. Ну это вот вообще прям большая. Смотрите, какой зал интересный, выставочный. Выставочный зал подарочной упаковки. Смотрите, как красиво. Брелки, смотрите, какие красивые. Из дерева, из металла. Вот это металл. Это из дерева. Вот так же. Металл. А также здесь представлена посуда. Интересно, смотрите, выставочный зал. Из фарфора. Здесь такой вот светодиодик. Успокоитель. Это тоже, кстати, прикольная штука. Прикольное дело, всякие для развлекух. Это такая штука, типа, кто будет пить. Смотрите, продукция для пикника. Всякие штуки складывающиеся, раскладывающиеся. Смотрите, вот. Можно разложить и можно устроить пикничок. Эта штука нашумевшая для пляжа. Всякие различные сумочки для пикника. Продукция из чугуна, смотрите. Смотрите, отдел еще есть все для праздников. Всякие костюмы, смотрите. В общем, ребят, смотрите, зашел в отдел, здесь все для игр, для совместного времяпровождения. Если ты задел, то выпиваешь. А здесь что? Вот эти мне понравились.
You drink? Yes. The points for me, I drink. Мотор начали. Тоже какая-то игра. Видимо, нужно эти фигурки сбить. Непонятно для чего. Острые, колеса острые. Пиццу разрезать, наверное. А также, ребята, кто не видел видео с первой сессии, я оставлю ссылочку в описании, либо где-нибудь здесь. Перед игрушками, наверное, зайду в все для животных. Кормом пахнет. Это туалет для собак. Все ясно. В общем, такая салфетка стелится на пол. Собака писает, набирает, она набирает влагу и потом выкидываешь ее к тарелке. Смотрите, отдел травы. Hi. Искусственная трава. Как настоящая. Отдел с ошейниками для собак, смотрите. Смотрите, одежда для животных, нарядная причем. Впервые вижу. Собачку можно одеть, смотрите, как нарядно. Вот, оленчик. Шапочка. Платье. Интересно. Это всякие игрушки для животных. Вот такую бороду можно надеть на собачку. Санта-Клаусом будет. А, интересно. О, ничего себе, в коже. Смотрите. Интересно, смотрите. Я возьму каталог. Смотрите, какая косточка для собаки. Рядом, смотрите, выставочный зал с искусственной всякой травой. Можно неплохо украсить свой дом. Вообще сильно похоже, вообще. Пока вплотную не подойдешь, различия практически никакого. А все искусственное, представляете? Слушайте, ребята, по ощущениям вообще как настоящее. Смотрите, ребята, какая интересная штука. Зал полностью, смотрите, с большими цветами. Отдел с семенами. Хотелось бы отметить, что народу много, так же, как и на первую сессию, так и на вторую. Вон тот блок С, там, в общем, игрушки, туда я сейчас направил. Знакомые лица на главной, у них интересные ролики. Отступаешь, они раздвигаются, смотрите. Всем привет еще раз. Сегодня следующий день, вчера все закрылось. Если кто не знает, заканчивается это все дело в 6 часов. Это какие-то мягкие карандаши, смотрите. Смотрите, такие велосипеды, машины, получается, на цепи. На цепи. И такие в России я уже видел на турбазах. Сейчас смотрите, в Китае вот такая штука популярная. Доска с мотором, получается. Здесь аккумуляторная батарея спрятана. И вот таким пультом можно передвигаться. То есть, допустим, вот она сейчас включена. Ого. Прям серьезно. В общем, такой скейт стоит 220. Все по-русски написано. Please mark. А? Please mark. Let's make joy toy. Наша компания сейчас, которая please mark logo. Понял, это которая наша компания, это logo, please mark. Понял, понял. А была какая? Let's build joy toy. А joy toy, точно. Да, Ксюша. Увидел вот эту машинку и сразу же вспомнил Россию. Вся продукция, посмотрите, по-русски написано. Все, спасибо. Пожалуйста. Визитка есть у меня. До свидания.
watch you stare. I would watch you stare. Just reshift the mobile. And it really will cool. run. And it will. If you want to jump. Сейчас отсканируют, и смотрите, там сейчас будет плавать эта рыбка. Все. Она говорит, сейчас если отсканировать картинку с едой, и рыбы съедят ее. Wait for a minute. The fish didn't touch. Oh. They will bite it. Она взяла, в общем, эту карту, здесь определенная музыка, положила сюда, там как-то отсканировалось, в общем, это дело все. Ага, там вот, в общем, смотрите, зеркало, все дело сканируется, и у них начинает играть музыка. Домашние тапочки в виде собачки, в виде какашки. Смайлики. Конструктор интересный. Из магнита сделан. Как вам костюм какашки? Смотрите, мне выделили пистолет, сказали стрелять. Попал. Кубик Рубик обычный, здесь счетчик. Время, я так понимаю. В общем, ребята, хотелось бы как-то это все подытожить. Вторая сессия закончилась для меня. Для меня кое-что-то было новое, кое-что-то непонятное. По некоторым товарам разрешения у меня нету, поэтому подходил так просто в целях ознакомления, просто снимал и смотрел. Более то, что мне интересно было, это, как вы заметили, это уже было в игрушках, все находилось в отделе игрушек. Там уже я более детально подходил и интересовался, брал каталоги, потому что кое-какие задумки есть по этому поводу, потому что там действительно есть интересные товары. А также я посещу третью сессию, так что не пропускайте выпуски, обязательно пойду, поснимаю что-нибудь, как обычно, интересное. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!